Привет всем! Сегодня будет первое видео за последний месяц, наверное, может быть меньше, чем месяц. Сразу скажу, почему у меня не было почти месяц на YouTube. Я была в лагере 3 недели, и плюс неделю, наверное, я ленилась, ничего не делала. Наконец-то снимаю видео, рум-тур! Поехали! Дверь в мою комнату идет из комнаты моей сестры. Лёлик, уйди, пожалуйста, из кадра. Молодец. Вот такая простая дверь. Совершенно обычные. Когда мы заходим в комнату, открывается вот такой вот вид. Комнатка у меня, конечно, маленькая, но ничего, мне хватает. Пойдем по этой стороне. Синтезатор. Ничего необычного вообще. Пуфик. Шкаф. Это огромный шкаф, кажется, да? Но не тут-то было. Когда вы его открываете, вы понимаете, что полочки совершенно маленькие, туда ничего не помещается. Вообще ничего не помещается. Ну, там у меня лежат колготки всякие. Лосины, колготки, гетры. Это лента еще с выпускного из 4 класса. Зачем мне, интересно, нужна вообще? Ну ладно, пусть висит. Там вещи, которые уже малы мне и сестре, или зимние вещи мы там храним. Короче, не знаю, что там вообще лежит. Там что-то лежит, видимо, в пакетах. Но моя одежда, ничего я вообще. Одежды у меня очень мало. Дальше идет вот этот шкафчик. Начнем сверху. Наверху ничего. Ну там какая-то фигня только. Альбом с фотографиями и лаборатория с духами. Здесь у меня лежат обложки на тетради, учебники и книжки. Здесь пустые тетради, то есть чистые совершенно. В этом шкафчике все. Здесь у меня стоят шкатулки с украшениями. Это две огромные вообще шкатулки, и в них украшения лежат. Так, что тут у меня? Блин, сумка болтается от камер, вы не обращайте внимания, ладно, она мне просто очень мешает уже. Беру ее пока сюда. Здесь у меня шкатулка тоже с украшениями, копилка, которую мне подарил одноклассник давно уже на день рождения. Новые носочки. Блин, почему я их не убрала? Интересно. Ну ладно, пусть пока лежат здесь, наплевать. Так, ящички. Тут всякие, короче, всякое барахло здесь лежит, которое мне не надо. Здесь лежат всякие блокнотики, записные книжки, тетрадки, которые как бы бэушные уже, на них еще писать можно. Внизу тут лежат все мои сумки и там еще папки с моими рисунками. Вообще с самого детства еще. Рюкзаки, сумки всякие и так далее. Так, дальше у меня идет письменный стол мой огромный. Так, кресло надо убрать, мешает. Огромный вообще письменный стол. Начнем, пожалуйста, с ящиков. Ну, вот там у меня лежит всякое барахло, опять же. Тут у меня лежат журналы. И это лежат кнопки. Мелки для волос, наушники, коробочка какая-то. Кнопочки и много-много журналов очень разных. Я очень люблю такие журналы. Так, следующий ящик. Здесь у меня лежат тоже чистые тетради в клеточку и в линейку, но они все зеленые. То есть они простые зеленые тетради. Их очень много чистых. И старые пеналы различные. И еще... Важны салфетки. В нижнем ящике вообще всякое барахло, которое мне не нужно. Немного барахла. Так, теперь самое интересное. Мой стол. Здесь у меня лежат различные баночки. То есть крема всякие, гель для душа, всякие дезодоранты, Снуп даже от насморка есть. Ну, это вообще ерунда. Здесь у меня стоит планшет. Мой личный дневник. Вы, кстати, видели видео, наверное, про него. Искусство плетения кос, мой школьный дневник, который вы видите первыми, мой читательский дневник, я, наверное, вымирающий от людей, которые еще такие ведут, записная книжка, альбомчик для рисования, Мартин Иден, которого никак не могу дочитать, еще одна записная книжка, блокнотик еще один, это ветеринарное пособие, ну, ветеринарный справочник для владельцев собак. Ну, если собака заболеет, чтобы знать, что за фигня с ним творится. Электронная книга и зеркало. Тут все. А в этом стаканчике лежат спички. Спичек очень много, линейки, ножницы. Всякое по мелочи, в общем. Там за ним стоит с ручками этот стаканчик. Пустая коробка Торио, которую я хочу вырезать, вот эту надпись. И вклеить свой дневник. Кстати, вот эта фигня... Стоило 250 рублей. Я хотела попробовать это печенье очень давно. Нашла его в Вологде. Представляете, в Вологде нашла это печенье.
Попробовала и разочаровалась, потому что это совершенно обычное печенье. Совершенно обычное. Дальше стаканчик с кисточками, которых там очень мало сейчас. А тут чехлы, которые я буду продавать, то есть как бы они на продажу, я даже могу вам их показать. На айфоны, на Galaxy S4 mini, на Galaxy S3, на айфоны. И все, больше нет. Их я буду продавать. И да, там еще у меня кошелек стоит. И обложка на паспорт новая. Так, здесь у меня всякие листочки для оформления личного дневника. Сертификат какой-то. Конверт с бумажками. Книжка какая-то, альбом и папка. Марвелская с Капитаном Америка и комиксами. И ноты, которые мне тоже не нужны. Точилка, мусорка, календарь, картинка, моя лампочка, мой пенальчик любимый. Перейдем наверх. Здесь у меня стоят книжки. Там старые ноты, которые мне сейчас вообще не нужны. А тут книжки. Ноты. Кто мне пишет, когда я снимаю видео? Что за говнюк? Здесь у меня степлер, скрепки, пластик новый, неоткрытый для художки. Осьминожкой. Учебники обычно и тетради школьные. Но учебников пока нет, потому что лето все-таки. Тетради прошлогодние просто убирать лень. Наверху у меня стоят рамки с фотографиями. Их не видно, но все равно они есть. Над столом эти полки находятся прямо. Дальше. В этом шкафу у меня... Здесь у меня коллекция свечей. Я люблю очень ароматизированные свечи. У меня их довольно много. Там мне нужны ноты и папка какая-то странная. Так, отодвигаем стул. Так, тут еще один шкаф. Видно, надеюсь, вам его. Он такой же, как и этот. Так, открываем. Тут у меня запас гуаши. Там мне нужна фигня. И там мне нужна фигня. Все, в этом шкафчике пусто. Здесь у меня на полочке стоит фарфоровая кукла, которая уже очень-очень много лет, наверное, больше 8. Милый мишка, который дергается. Коробка из художки, которая пока тут стоит временно. На этой полке... А, это заколки, короче, стоят. На записи иностранных слов книжка, коробка от планшета, старый учебник по английскому. Ящики, приступим к ящикам. Тут у меня лежат все открытки за всю мою жизнь. Акварель, зарядки, моя челюсть. А тут всякая фигня для оформления дневника и для поделья. Там у меня стоит штатив между столом и шкафом. Здесь у меня все для художки. То есть это огромный пакет самоклейки. Там бумага для художки. В этом углу у меня между окном и шкафом стоит гитара, на которой я пока играть вообще не умею, но у меня она пока есть временно, чтобы я научилась на ней что-нибудь играть. И папка с рисунками. Мое замечательнейшее окно, моя занавеска, всякие шарики висят, моя тумбочка. Так, на тумбочке у меня стоят цветы, которые не мои, это мамины цветы, но пусть стоят у меня, чтобы в видео было хоть что-то красивое. Телефон лежит, человечек лежит, стоит. И офигенная свечка, которая меняет цвет. На камеру это вообще плохо видно, но она реально меняет цвет. Это круто. Дальше моя тумбочка. Здесь у меня лежат... Ну, тут всякая мелочь. То есть, вот тут, например, у меня лежат лаки. Все мои лаки. Здесь всякие вещи для сна. То есть, там крема всякие, ночные повязки. Всякая фигня, короче. Всякие там кошелечки, влажные салфетки, опять же. Всякие фигня, короче, всякая лежит. Здесь не покажу того, что там лежит нижнее белье. Ну, может быть, было бы интересно, но не покажу. Здесь у меня всякие пижамы и домашние костюмчики. Их очень-очень много. Ящик еле закрывается. И дальше кровать 14-летнего подростка. Не похоже, согласитесь, да? Просто у меня такая есть фигня. Но вот этот заяц и этот медведь сидят у меня постоянно на кровати. А вот эти вот вещи появились у меня только вчера. Дело в том, что я хотела достать из коробы с игрушками вот этого зайчика. Его зовут Мимзи. Дело в том, что я когда была чуть поменьше, я посмотрела фильм «Последний Мимзи вселенной».
И там был зайчик, которого звали Мимзи. Это был очень, очень классный фильм, советую всем посмотреть. Я назвала зайчика Мимзи. Я хотела его достать, открыла короб, и там все вот эти друзья сидят и смотрят на меня таким взглядом, как будто ты тварь. Ты взяла только Мимзи, а нас не взяла. И, короче, все они тут у меня сидят теперь. Ну, здесь у меня светильник небольшой, который я редко включаю. Сонная повязка, фигня, короче, всякая. Пледик, подушечки, все классно. Наверху висит такой настенный органайзер, в котором дезодоранты, для снятия лака, жидкости, расчески и всякая фигня. Это мой стенд, который, наверное, кто-нибудь уже видел из вас. Ну, тут просто такие всякие картинки висят. Фотография меня и Лизы. Всякие вещи. Он еще не закончен. Тут еще есть пустое место. Всякие зайчики, Симпсоны, в общем, всякая прелесть. Все. Это вся была моя комната. Она очень маленькая, да. Видео казалось очень маленьким, наверное. Надеюсь, что оно вам понравилось все-таки. Вы просили это сделать видео, я его сделала. У меня комната просто маленькая, и в ней ничего такого интересного особого нету. Поэтому как бы так и получается. Спасибо за просмотр в любом случае. До новых видосов. Пока-пока.